Ми одразу увійшли у декілька рекордів. Ми станом на сьогодні треті в Європі за кількістю летальних випадків. І, на жаль, ця статистика погіршується. Сьогодні ми маємо знову під 20 тисяч хворих. І де ця межа? Чи вистачить нам лікарів, чи вистачить у них сил боротися і протистояти хворобі? Напевно, що перше питання у мене до лікаря, пане Андрію, до вас. Чи є ще резерв наших медиків? Ну, ситуация на самом деле предсказуемая была. Еще в прошлом году мы видели огромную нехватку медицинского персонала. И сегодня я встречался со своей коллегой, которая работает в одном из научно-исследовательских институтов. И за последние буквально 3 месяца у них уволилось 30% анестезиологов. Это говорит о том, что на сегодняшний день уже медики настолько истощены, и они уже не могут просто оказывать медицинские условия, точнее медицинские услуги в тех условиях, в которых мы все оказались. И хочу еще раз подчеркнуть, что COVID-19 не является сугубо медицинской проблемой, это проблема поведенческая, поэтому исключительно возлагать всю ответственность на систему здравоохранения или на Министерство здравоохранения на сегодняшний день нельзя. На сегодняшний день за поведение в большей части отвечают у нас центральные органы исполнительной власти, такие как Национальная полиция и Держпродспоживслужба. Поэтому медики – это пожарники, которые занимаются пожаротушением от неадекватности и неэффективности той же самой Национальной полиции, которую мы на сегодняшний день наблюдаем. Позвольте еще одно маленькое уточнение, не буду рухатись далі по гостям. Якщо понад 66 тысяч медиків виїхало, понад 34 тисячі звільнилось, за віком звільнилось. В такому разі ось цей ресурс, можливо, вибачте, такий цинізм, але це зараз воїн, які стоять на цьому фронті. Як от ви можете оцінити дії держави? Чому вона не може забезпечити, зокрема, медиків, щоб зберегти ось цю одиницю в нашій країні? Это, опять же, проблема комплексная. И вообще нужно все рассматривать с... Мне очень нравится такой лоббизм со стороны Всемирной организации здравоохранения, когда они говорят, для того, чтобы что-то начинать делать, что-то внедрять, нужно иметь приверженность руководства. Мы не видим пока приверженности со стороны первых лиц государства по поводу создания условий, при которых медицинским сотрудникам было бы комфортно работать. Это и материальное поощрение, и условия труда безопасные непосредственно в клиниках. И второе, это мультимодальность. Подход. Мультимодального подхода, к сожалению, мы тоже не видим. Опять же, на примере ковида у нас все, как Цапвит Бувайло, у нас на сегодняшний день только министр здравоохранения, и на него идут все, скажем так, нарекания по поводу пробелов в государственной системе.